Мы сегодня с вами поговорим про ноги и сердце. Вы когда-нибудь задумывались о том, у кого впервые в эволюции появились конечности? И когда я скажу, у каких животных, вы скажете: нет, этого быть не может, потому что вы все этих животных видели и прекрасно знаете. А тема нашего сегодняшнего лектория будет кольчатые черви. Кольчатые черви – это большая группа, и именно у них впервые появились конечности. Конечно, это не такие ноги, как у нас с вами. Две ноги встали и пошли. Это такой прообраз конечностей, и называются они параподии. И эти параподии биологи считают крупным араморфозом. То есть до этого ни у кого в эволюции конечностей не было. И то, что мы с вами имеем сложные ноги, да, то есть состоящие из костей, суставов, связок, мышц, это все как раз благодаря тому, что когда-то давным-давно, да, многие миллиарды лет назад, как раз появилось у кольчатых червей. То есть именно им мы обязаны своими прекрасными конечностями. А сердце? Вы когда-нибудь думали про свое сердце? Ведь именно у кольчатых червей тоже впервые оно появилось. Замкнутая кровеносная система, которая также является крупным араморфозом для животных. Кроме того, наша нервная система, наверное, в чем-то похожа на нервную систему кольчатых червей. И она у них тоже сложная, узлового типа, и у них появились ганглии. Вот такие скопления нервных клеток. А свой мозг мы, конечно, можем очень условно тоже назвать таким большим ганглием, да, сложно устроенным. Вот они, такие замечательные кольчатые черви. Кроме того, у них появился целлум. Целлум — это как будто бы каждый орган находится в мешочке. И этот мешочек, с одной стороны, оберегает органы, а с другой каждый орган будет изолированно находиться, и внутри будет жидкость, которая будет являться одновременно и гидроскелетом. Конечно, такого скелета, как у нас с вами, у беспозвоночных нет ни у кого. Кроме того, у них имеются прекрасно развитые органы чувств, но появились они в эволюции намного раньше. Давайте же поговорим о тех прекрасных представителях, которые есть в этом типе беспозвоночных. Это прежде всего многощетинковые черви, те, у кого такие хорошие конечности. Среди них есть удивительные животные, например, червь Боббита. Это червь несколько метров длиной. Но мы эти метры никогда не увидим. Сверху кажется небольшой, ну совсем такой, над поверхностью, как будто бы червячок сидит. И многие рыбы покупаются на это. И это страшный хищник, который хватает их своими челюстями и, как вы знаете, в страшном фильме затягивает свою воронку. В одном из аквариумов океанических взяли просто грунт и поместили для своего аквариума в качестве грунта для рыб. А потом начали происходить удивительные вещи. Рыбы куда-то исчезали. И биологи сначала даже не заметили, что в этом аквариуме вместе с грунтом была личинка, или, точнее сказать, маленький этот червь, который вырос до приличных размеров и начал хищничать и воровать эту рыбу. Среди многощетинковых есть еще один удивительный червь. Это полола, там, где есть коралловые рифы. И местные жители ждут, когда же он начнет размножаться, потому что в период размножения у него тело делится на две части. Верхняя часть уплывает, точнее даже не верхняя, задняя часть уплывает в океан, а передняя часть остается ползать по коралловому рифу. И вот как раз аборигены собирают вот эту вот оторвавшуюся часть, потому что там находятся половые продукты, икра и молоки. Мы тоже с вами едим икру молоки, но это обычно рыбьи яйца, да? А яйца червей все-таки, наверное, для нас кушать удивительно. Хотя там очень много белка. Есть, конечно, и более привычные для жителей, ну, не знаю, лучше сказать, кого, океанических побережий или морских побережий, когда мы на рыбалку идем и берем дождевых червей, а они берут пескожилов. Это тоже многощетинковые черви. Конечно, не такие прекрасные, как
предыдущие описанные животные. Среди этих червей есть еще и сидячие формы. Когда мы берем какую-то ракушку, то иногда на ней бывают наросты необычные. Вот эти как раз сидячие формы, это тоже полихеды, многощетинковые черви, но все ножки у них исчезли, и имеются конечности, наверное, такие видоизмененные, дыхательные части тела, жабры, да, только в передней. И получается, что когда опасность, червячок прячется вот в эти вот домики свои, а когда опасности нет, он раскрывает свои жабры, ротовой стебелек, и начинает ими очень красиво двигать. И когда на них смотришь, думаешь, ну, наверное, это какой-то морской цветок, а не какой-то самый простой там обычный червяк, как мы о них думаем. Следующая группа – это малощетинковые черви. И вот именно с этими животными чаще всего встречаемся, когда, например, копаем картошку, да? То есть это дождевые черви. Почему же называются они малощетинковые? Мы, конечно, представляем, что для того, чтобы передвигаться животному, нужны конечности или как-то изгибать тело. Но когда ты уходишь в грунт, например, как это сделали малощетинковые черви, то ноги будут представлять, ну, то, что уже не нужно. Но если у многощетинковых червей, помимо ног, на которых располагаются щетинки, жабры, есть еще и возможность передвигаться по воде, допустим, да, или в воде, лучше сказать, то у малощетинковых червей такая возможность, она уже, ну, точнее, такие особенности им не нужны, и поэтому они передвигаются внутри грунта. Если не нужны ноги, то за грунт чем-то нужно цепляться, и они как раз цепляются своими вот этими щетинками. Конечно, это не огромные щетинки, как там, не знаю, мех у какого-то животного. Это маленькие щетинки, которые видно под микроскопом. И мы визуально, конечно, чаще всего с вами их не замечаем. Дождевые черви – это животные, которые создают просто нашу с вами землю. Они очень полезны, потому что пропускают через себя огромные тонны почвы, и особенно в тех почвах, где много кислоты, они за счет своих известковых желез делают почву нейтральной и более полезной для растений. Следующая группа – это пиявки. Вы, конечно, все про них знаете, и если мы видим пиявку в живой природе, мы думаем сразу: ага, сейчас она на нас нападет и точно высосет половину тела крови. Ребят, вы ошибаетесь, потому что большинство пиявок, которые, по крайней мере, на территории России живут, они не являются кровососущими животными. Большинство наших пиявок – это хищники. Та пиявка, которая питается кровью, допустим, на территории Алтайского края, занесена в Красную книгу, а значит, в естественных водоемах эту пиявку очень редко можно встретить. И таких водоемов всего несколько на территории Алтайского края. И медицинских пиявок теперь покупают только в аптеках, где их специально выращивают. Пиявки-хищники, они питаются как улитками, высасывая из них, да, тело улиточное, они могут питаться даже дождевыми червяками, нападать на каких-то животных, которые мельче их. А вот если мы возьмем тропики с вами, там действительно есть пиявки, особенно во влажных тропических лесах, когда вы можете идти по джунглям, и на вас будут падать пиявки и, к сожалению, питаться вашей кровью. Поэтому, когда вам говорят, нападают летучие мыши, которые питаются кровью, это тоже очень большое сомнение вы должны включить и подвергнуть сомнению этот факт. А вот пиявка, свалившаяся и высосавшая из вас много-много крови, это реальность. Может быть, даже не столько съевшая из вас кровь, а сколько впустившая в вас вещество антикоагулянт, который называется герудин. Именно благодаря нему кровь не сворачивается и легко и свободно из вас вытекает. Именно на этом считается, что медицинская пиявка обладает такими полезными свойствами и разжижает кровь, да, снимает таким образом повышенное давление. Поэтому в тропиках, пожалуйста, будьте осторожны. Получается, что многощетинковые, малощетинковые и пиявки – это все родственники. И большинство из них являются хищниками, либо детритофагами, которые для нас совершенно не опасны,
а очень полезны для нашей окружающей среды и природы. Поэтому давайте будем беречь нашу природу и никого не уничтожать. Всего доброго!